Это лицо характерно тем, что имеет довольно широкую височную часть, как правило, довольно крупные глаза, но при этом непропорционально узкий, иногда даже немного заостренный подбородок. И первая грубейшая ошибка, которую чаще всего допускают девушки-обладательницы треугольного типа лица, это шапки-ушанки с большим количеством меха. Это популярный тренд, который не оставляет нас уже несколько сезонов. И многие девушки, следуя за модой, к сожалению, немного себя портят этим. И я вижу в зале девушку, которая подобрала именно такую шапку. Присоединяйтесь к нам. Здравствуйте, Снегурочка. Здравствуйте. Проводите сюда. А как зовут? София. София, удобно в этой шапке? Да, удобно, тепло. Эта шапка, хотя очень эффектная, яркая, стильная, вызывает положительные эмоции, но создает ненужный объем верхней части лица. Но я хотел бы успокоить Софию, что и звезды тоже иногда совершают такие ошибки. К примеру, Кайли Миног тоже очень любит объемные шапки. И это, к сожалению, не украшает ее очень компактное треугольное лицо. Угу. Мы видим, оно становится непропорционально маленьким, да. Непропорционально остреньким. Да. Кайли Миног подошел бы не объемный берет. Берет действительно универсальная штука, и мы подобрали такой вариант, который делает лицо Кайли действительно идеальным. Также рекомендуется избегать шапок с декором, которые могут увеличить объем головы. В качестве декора могут выступать свитки, большие брошки, какие-то перышки. А что Софии подойдет? Какой головной убор? Я бы рекомендовал Софии более легкий, более молодежный вариант. Шапка Бенни. Это объемная шапка. Конечно, в сложенном варианте она выглядит абсолютно бесформенно, но главное ее достоинство в том, что ее можно смело драпировать. Снимай. Смотри, главная задача этой шапки – нужно создать объем височной доли и ниже таким образом, чтобы скорректировать объем лица. Такие шапки могут носить сейчас как парни, так и девушки. Очень много молодых парней выбирают такие объемные бесформенные шапки. Как ощущение? Комфортно на голове? Да, намного удобнее. Мне кажется, она ощутимо легче, чем вот эта меховая дубленка. Хорошо, мы возвращаем все-таки вашу дубленку вам. Спасибо большое. Возвращайтесь в зал. Спасибо за помощь. София очень к лицу этот новый вариант шапки, как и многим девушкам с типом лица треугольник. Да, действительно, шапку Бинни любят и звезды. Джессика Альба, Риз Уизерспун и Эшли Симпсон с удовольствием носят такие шапки не только в холодное время года. Также такому типу лица подойдет вязаная шапка, плотно сидящая на голове. Главная отличительная черта этой шапки – это резинка, которая плотно сидит на лбу, не добавляя объема верхней части лица. Так, это вы шапочку сами себе выбирали? Да. Как думаете, идет Ксении эта шапка? А мнения-то разошлись. А давайте определимся, кто считает, что да, поднимите руки. Угу. А кто считает, что нет? Ага, все-таки большинством голосов эта шапка вам не идет. Почему, Рома? Потому что она элегантное лицо с узким подбородком делает чересчур грубым. Оно становится визуально намного шире. Для такого типа лиц на самом деле нужно брать более лаконичные классические шляпы. Вот как та, которая ближе к тебе. Вот это? Да. Слушай, так а она зимой-то греть будет? Но они бывают из разных материалов. Это полегче, есть из более плотного фетра. Главное усвоить форму. У меня здесь утилизатор. Тут еще же как одеть шляпу. Помним, что симметрия всегда немного странит. Для того, чтобы лицо сделать визуально более элегантным, более аккуратным, мы надеваем шляпу немного асимметрично. То есть скашивая ее на бок, и одно поле мы немного заламываем. И мы видим, что если там шляпа у нас давила на лицо, здесь у нас все лицо полностью открыто. Я теперь вообще не понимаю, что, к шляпе подбирать верхнюю одежду? С пуховиком шляпу не наденешь, но с пальто, если у вас грубое пальто с какими-то милитари элементами, выбирайте более грубый материал. И, возможно, в декоре шляпы, в ленте, которая будет идти вокруг нее, тоже могут присутствовать какие-то милитари элементы. К примеру, брошь в виде герба. Если же у вас, наоборот, более легкий, лаконичный стиль, то там как раз подойдет вот такого типа шляпа. А если девушка с треугольным лицом, как у Ксении, но в пуховике или в дубленке, тогда без головного убора и так тепло? Нет, в этом случае подойдут береты. Ну, в случае с треугольным лицом, конечно же, должна присутствовать все та же асимметрия. Мы должны усвоить, что нам нужно лицо гармонизировать. И таким вот образом, создавая асимметрию... Какая хорошенькая. Чуть-чуть на ушко. Я вообще обожаю береты, потому что это очень универсальный элемент. Их можно по-разному надевать, можно полностью убирать назад. А если вы хотите чуть-чуть открыть лицо, если у вас, к примеру, тяжеловатый лоб, либо наоборот, если вы хотите лицо визуально стройнить и сообщить ему какую-то загадочность, вы склоняете берет на бок, ну, как сделали мы здесь. Угу. Относительно цвета и материала, вязаные более модно. Это одна из тенденций этого сезона, поэтому на вязаные береты обращаем внимание в первую очередь. Привет, YouTube! Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными, самыми красивыми.